пошли в парк. Надо нож взять, Владимир Иванович. Как ты будешь открывать? Открываем. Сереж, здорово. Что, посылочки? Посылочки серые получили. А откуда? С Анапы и с Воронежа. Ага. А там что? Не знаю. Владимир Ивановичу какие-то вот подгоны. Не, это твоя посылка. Дядя Володя. А твоя? А моя вот она. А что тут, тут такое? Че? Сувениры с Красноярска. Нет, правда. Правда. А-а-а. Нарды четкие. Пойдет, Серёнь. Ну давай. Фу, не пил? Да не пил еще, сейчас зайдем, попьем. Сейчас тоже зайдем. Далеко, да? Ну? А, до холодного, да? Ну? Давай. Давай, Серёнь. Дим, поможешь? Помогу, Серёнь. Как будут? А как будет? Ну, пока нету. Ну, когда будет? Ну, как будут, я тебе скажу сразу. Давай. Давай, Серёнь. Поможешь? Помогу, Серёнь. И ты что можешь дать? Да как не с куста. А полторы дашь? А? Полторы дашь? Ну, когда будет, ты полторы дам. Давай. Сань. Давай. Сань, дай сигарету. Пошли в парк. Надо нож взять, если в парк идти. Ты чем ее там будешь открывать? Ты ножом-то не можешь открыть, Владимир Иванович. А? Зачем? Надо нож взять, вот тетя Лена. Ольга! Ножик взять. Здрасте. Сейчас посылку откроем, приду за молоком. Магазин закрыл, с какой же тебе молоко? Завтра? Завтра, дядя Володь. Ага. Завтра. Ну что, будем нож брать? Угу. Ну давай, курим. Берем нож. Или давай, давай здесь, может, откроем? Давай. Давай, докуривай. Может, знаешь, да? Может, Сереге что-нибудь подгоним там, Владимир Иванович. А? Ты как? Не жадный? Ну, не жадный? Так надо, Саня. Давай подгоним Серому что-нибудь. Там теперь колбасы наложили тебе. А? Иванович. Ага. Захожу тоже. Владимир Иванович, не мешай, пусть пройдут люди. Люди пусть пройдут, дед. Проходи. Здрасте. Здрасте. Сереж, тебе чай прислали, я же тебе говорю. Забирай. Я не мадам, можно? Ты сейчас смотри. Сань, помнишь, ты не обижайся. Понзили, айгуль, помнишь? Я им, а... Отдавай кому хочешь. Отдам, можно? Отдавай. Не, я тебе говорю. Я понял. Ты не будешь кормить? Да нет. А за что? Дело твое, Сереж. Я дам им. Хорошо. Скажи им. Ну ты, он смотри, уже пошел куда-то в другую сторону. Пускай это твой, Серёнь. Пускай Бог. Тебе ж дали. Пускай Бог его. Пускай берет с матерью, на, попьете. Это Фанзиль и это Айгуль. Помнишь, приезжали, а ты не вышел, когда ты устал. Коль. Это твое, Серёнь. Смотри, тут разные сорта чаев. Это они тебе оставили. Я тебе оставляю. Нет. Да мне не надо, это тебе дали. Возьми. Серый. А то я обижусь. Я обижусь, смотри. А ты не забирай, обижусь. Забирай, а то денег не дам больше. Забирай. Маме привет, да, попьете, там заварите. Подарю. Почему? Потому. Давайте откроем. Оля, ножичком. Подзденьте там. Спасибо. На здоровье, Серый. Поможете мне? Помогу, как буду, конечно. Вот еще одна тут. Еще не все. А ты добрый, да? Владимир Иванович, ставь на стол. Александр. А. Да не злой же вроде, Серый. Добрый. А что, злой? Добрый. А ты как думаешь? Добрый. Ну. И я добрый. И ты добрый, Серёнь. Не злой. Нормально, Серёнь.
ты всем в YouTube вылаживаешь, ну? Да? И продашь там, да? С этого. Да разрезай ее, Оль. Подожди, Серёж, сейчас хоть посмотришь, что там. Оль, еще одну, пожалуйста, открой. Забирай, Владимир Иванович. Серёж, забирай на стол, поставь сюда, пожалуйста. Вот сюда на стол, вон на тот. Да-да-да-да. Чекис поднимай, дядь Вов. Сейчас. Владимир Иванович делает распаковку. А, парни, спасибо, спасибо, да. Пацаны, спасибо, давайте вам удачи. Вот передали прибамбасы, которые забыли в Михайловке. Олега, телефон. Зарядка моя. Кепка. Давай сюда тащи, Владимир Иванович. А что, в Михайловке был? Да были в Михайловке на празднике. А что там делали? На праздник ездили на день города. Что, аж Михайлов? Да. Город? Ну. А что, правда? Да. А ты в YouTube вылаживаешь? В YouTube, Серёй. А почему у этой... Дядь Володь, ну иди посмотрим. У этой, у Люды. Были. Не, у Люды, у этой, у Мамонтовой. Были везде. Моя фотография. Ну, а? Может быть. В YouTube? Ставь, дядь Вов, давай смотреть. Серёж, смотри, что тут сейчас будет, не уходи. Владимир Иванович сейчас тебе что-нибудь выделит. Дядь Володь. Нет, не выделит. Выделит. Нет. Выделит. Пускай ему. Выделит. Пускай все ему. Отдыхает. Почему? Блин, как неудобно, ё-моё. Ну ладно, сейчас мы приземлим. Вот так. Смотри, что там, Иваныч. Тебе какие-то прибамбасы. Шмотки, по-моему. Ну-ка. Рубашка. Ну-ну. Ну доставай. Давай посмотрим. Серый видал, какие Владимир Иванович тут? О-о-о-о-о. Рубашенцы, а? Ну-ка, дядь Вов, разворачивай, 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 успеешь. Ну-ка. Хорошая. Хорошая, хорошая. Хорошая, да. Галстуков смотри, сколько много. Ой, блин. Владимир Иванович, давай Сереге один галстук подарим. Он любит тоже галстуки. Не надо, не хочу. Почему? Что там такое? Рубашки белые. Ой. Пинжачок. О, пинжачок, правильно. Серёнь, кстати, твой красный пиджак ты не хочешь продать, там спрашивали? Кому? Ну, люди спрашивали. Нет. Почему? Ты подумай, сколько... А ты мне дашь на пиджачок? На пиджачок? Да. Ну, они тебе дадут денег на новый пиджак. А ты красный продай. А не, красный не могу. Почему? Ни за какие миллиарды. Ну... И даже... За бриллианты. Почему? Из-за жемчуга. Почему так? Не продам. Ну дай в аренду тогда. Тебе дать? Ну да, мне дашь. Я серьезно, Серый. Ты не Владимир Иванович, ну что ж ты так вывалил неаккуратно? Покажи, что там хоть вообще, штаны есть, смотрю, да? Штаны и костюм. Ну. Размер какой, давай глянем, достань штаны. Штаны достань. На каком должен быть размер? Ты бритый, молодец. А как же, Серега, а ты опять не бритый, молодец. Серый. Опять ты не бритый, Серый. Ну что, Сань? Ну что, не брейся. Где? Давай я тебе станок подарю. Не надо. Эй, опять не надо. Что ты там все проверяешь? Посмотри, ты достань, дай посмотреть. Иваныч. Достань, посмотри, штаны. Штаны достань. Не Володя, это говори. Пиджак. Твой размерчик. Ну-ка, покажи. А ты какой размер? Давай тебе галстук подарим один, Серег. А? Зачем? Владимир Иванович, подарим Серёге галстук один. Не надо. Ну как не надо? Держи, вот модный, смотри какой. Да не. Да держи. Не. Не хочешь, да, дядь? У меня их знаешь сколько галстуков? 50 штук. Есть, да? Да. Ну не понял. Надо. Так, отодвигаем стороночку, Владимир Иванович. Давай смотри, что там второе. Ништяк. Ставь. Ставь на пол вот сюда, Владимир Иванович. Так, это пакет, труба Михайловский передали, давай, спасибо. Я пошел. Подожди, мы сейчас давай посмотрим, может тебе что-нибудь еще подгоним. Да. Да подожди, не уходи. А зачем? Ну как, зачем? Владимир Иванович, ну открывай, смотри. Дядь Вов, что там? А деньги? Какие деньги? Смотри, открывай, говорю, давай покажем, что там есть-то. Ремень где мой, что штаны спадают опять?
Кому я давал ремень? Зачем и для чего? Ваше благородие. Господин, удачи. Да? Наверное. Это из какого фильма? Из «Джентльменов удачи»? Да. А? Вицин, Мурганов, Никулин. Да? Или «Белое солнце пустыни»? «Белое солнце пустыни». Ну? Видал фильм? Видал. Оба. Оба. Что там? Ой, колбаса. Шлепаны. Модневые. Короче, нужен пакет, Владимир Иванович, чтобы это все тащить. А я... А? Удобно, да? В ящике, Сереж, неудобно. Оля, дай пакет. Для борща, смотри, Сереж, какая приправа. Ого. Возьмешь? Да, нет. Давай тебе подарим. Щи сварите с мамкой. Держи. Надо. Держи. Да держи, Серый. Не, не. Ну чё ты стесняешься? Деньгами. А, лучше деньгами? Я понял, ну денег пока нету, Серый. А когда будет, да? Ну как будут, так уже я знаю. Как будут, Серёй? Все, мы уходим, тетя Том. На обувку. Уходим, дашь уходим. Мне денег, а? А? На обувку дашь денег? Когда? Когда будут. На обувку? Да. А что ты хочешь купить? Покажи чё? Хоть тапки, дядь Вов. Ну хотя бы тапки. Купить тапки надо? Да. Дашь? Дам, Серёг. Давай. Давай, попробуй через недельку тебе дать. Не, правда. Ну да, к следующей пятнице, если получится. Давай. Давай. Чё, возьмёшь приправку для борща? Ну давай, Серёж, маме привет. Это тебе от подписчиков. Не забыл? А? Он добрый, не? Серый, ну а чё ж не добрый? Там пять сортов. Там, ничего не будет, никакого взрыва, не. Ничего? Никакой бомбы нет, все там нормально. Не тротило, все нормально. Обычный чай. Я уже пил такой. А что, правда? Конечно. Они же тоже мне давали, привозили. Что, правда? Ну, всем по пачке чая. Тебе, мне и Владимиру Ивановичу. Ну, давай. Давай, Сереж, маме привет передавай. Сколько времени? 6 часов. Давай. Ты хоть глянь, что там есть, Владимир Иванович. Что там такое? Гречка, наверное. Серый, возьми приправку одну, мамка, щи сваришь. Сахар. Серёнь, возьми. Не надо. Не надо, ну не надо. Чё там, сахар? О. Суповая смесь с овощами. Бумагу возьми, что ли, то? Не надо. Держи. Не надо. Пригодится, Серый. Водки. Ладно. Пускай так я будет. Я добрый, я водки даю. Хорошо, Серёнь. Слышь, ау. Ты не жадный, ты деньги мне подвали. Подвалю, как будет, я ж тебе говорю. Пока сейчас нету. Сколько тебе не жалко? Хорошо. Ладно. Ладно, Серый. А на что, на тапки надо? Да, а то мне... А на ботинки подвалишь? А сколько они стоят? Не знаю. Ну, посмотрим, будем думать. Ну, ведь 400. Да ну, таких не бывает. И 700. Побольше, наверное. 800? Таких не бывает, Серый. Ну, побольше, это сколько? Я не знаю, сколько они стоят. Ты посмотри, а потом мне скажешь. Сколько стоит? Какие ты выбрал ботинки? А ты дашь денег? Ну, если будет, то да. Сань, давай. Давай. Сань, пошли домой. Что, домой все? В ящике оставляй здесь, они не нужны. И второй тоже забирай. В ящик выкинем. Друзья, ну вот и все. Получили, показали. Всем спасибо. Владимир Иванович, что надо сказать? Спасибо. Спасибо, да. Присоединяюсь. Ящики выкидываем и валим домой. Быть добру. Не забываем про Телеграм, Инстаграм. Везде едем потихонечку. Пускай так будет. Это в другой пакет. Стой. Это в другой пакет. Возьми пакет. Вещи в другой пакет, Владимир Иванович. Завтра надо будет перекинуться в пинжак и в штаны с рубахами. Оля, дай еще. И пальто надо доставать. Быстрого тебе присылали в том году. Пальто покупали. Где пальто, Владимир Иванович? Дядь Володь. 10 рублей тебе будет, да? Сейчас. Где пальто, дядь Вов? Пальто куда дел? Дома. А что не надеваешь дома? Ты не мни, сложи аккуратненько. Чего ж ты мнешь? Ага. Улаживай и все, уходим. А то начинают уже ругаться. Что мы тут прибарахлиться решили.
Че Сереге галстук не подарил, а, Владимир Иванович? Галстук зажал, что ли? Зачем? Ну, а что не дал? Ну все, поперли мы домой, друзья. Всех обнял. Всем добра и мира. Спасибо, что с нами. Не забываем, ставим лайки, комменты. Пишите, кто с какого города. Всегда приятно слышать и знать, кто откуда. Ну и нас не забывайте. Залетайте во все соцсети. Все ссылочки здесь в описании. Справа от доната стрелочка. Нажимайте на нее и попадайте на все наши рабочие соцсети. Ну а мы едем дальше. Погнали? Mm-hmm. Будь добру. Открывай.